Ну что, народ, мы в Челябе. Мы в Челябе. Жду свою подружаху. Сейчас должна подъехать. Ну, мы, короче, уже все в Челябе. Доехали. Наконец-то доехали. С приключениями. Доехали мы. Ой, я что-то подзамерзла. Спать охота. Ну, а так удобненько ехали. Все нормальненько, мне прям понравилось. Сейчас моя Раиска где-то летит, летит она, летит эта девка, летит. Сейчас мы ее. Сейчас покажу, где мы стоим. Стоим, вот, видишь, это сады, короче, поняли? Сады. Сейчас где-то моя Раиска летит. А Света, вот, видишь, в чем? В желтых ботинках. Ну, это чтобы меня узнать можно было. Я в желтых ботинках, чтобы меня узнать можно было. Раиска моя, привет! Раиска моя, привет! Чуть-чуть вообще. Это муж ее. Меня бах ногой толкает, короче, я такой бах, что-то на часы, ну, время уже, ну, трём доходит. Где-то на подходе. Я думаю, где-то на подходе, где-то на подъезде, короче. Ну, дай-ка я её телефон возьму, проверю, посмотрю. Бах, смотрю, от тебя это, ну, сообщение, короче. Рая, дозвониться не могу, короче, через 100. Да, ну, да. Часа будем там-то, там-то. А я же тебе я писал, её быстрее, уже в 12, смотри, быстрее, пошёл за машиной. Ты что-то такой же знак, как там, что-то не сказал, нельзя же сразу. Привет, мои хорошие. Ну что, в гостях я у своей Раиски сижу. Так что сейчас я вам буду хвалиться, ребята. Сейчас я вам буду показывать, что умеет делать моя Раиска. Оказывается, она очень много чего умеет. Она рукодельница. Ого, надо поучиться. Там вон такие вкуснятины. Я сейчас попробовала, обалдела. Огурчики такие. Эх-эх-эх. Слышишь, как хрустят? Она их черти когда засолила. Только баночку открыла. Вот такие, ребят. Короче, ну, Света, как всегда, завтракает. Сейчас покажу вам, что, какую красоту. Компоты делает, соленья. Ну, это вообще драгоценный человечек мой. Раиса, вот она, моя рукодельница Раиса. Здравствуйте. Вот оно, ее соленья, ребят. Вот сейчас вот открыли вот эту вот красоту. Я вам говорю, такое вкусное. Вот оно, вот это вот все. Ну, вот эта Раиска меня, видите, угощает. Тут кофе наварила с утра. Ну, такая она рукодельница, я вам хочу сказать. Вот она, смотрите. Поняли? Компоты делает. Все делает. Ну, что надо еще в этой жизни? А, еще капуста есть. Я капусту покажу. Вы что думаете, я вам ничего не покажу? О! Видели? Все сама. Вот так вот. Все, поехали мы, ребята. Братва, поехали мы. Поехали затариваться, зону греть. Вот у нас автомобиль. Только переверну. Все, поехали, братва. Все, вот она моя Раиска. Моя Раиска идет. Вот она моя Раиска. Сейчас приедем на четверку. Да, поехали греф везти. Все, греф пошли. Повезли сейчас вот этой старухе, там вот эту вот старой, этой Литве, вы ее все знаете. Все, повезли. Убирался, да не смог, ты, браток, убирался, да не смог, и без Бога на порог, и без веры добросток. Не полностью показывает, чья это. И тебе покажут нас. Она девкам говорит. Заходит, говорит, хотите оказаться на ютубе? Так, а я заглянула, там такой рассадник. Ничего себе. Ага. Газовое оборудование. Ну, у каждого дома своя котельня, короче. Ну, свой газ, короче, проведем. Дорогие? Да, не беспонтовые. Вот тут уже вот эти вот, это уже не студии, короче. А там вот на хозяина, три этажа твоих. Давай сразу бокс себе.
ну что, братва, все, едем сейчас. Сейчас подъедем, будем затариваться продуктами. Видишь, немножко запотело, мы вчера чуть-чуть такой квас попили. Квас попили. Раис, как называется? Манго. Манго. Коктейль. Коктейль. Вот так-то, вкусненький. Меня долбануло хорошо, я уснула быстро очень. Замерзла, правда. Замерзла, ну. Скупка товара полностью. Мыло надо, да. 39. Вот. Ой, вообще замечательно. Короче, берем одну такую, возьмем. И одну такую возьмем. Хозяйственная надо? Да, возьмем. 4 даже бы я вот так взяла. Все. Нормально. Что хочу сказать? Не переживай. Я смотрю за ней. А вот это вот что такое? Это детский. А, не надо. Подожди, крем для ног. Вот как раз надо кремушек. Прям можно парочку взять. Кремушка. А вот это что? Это крем-мыло. Скраб. Да? Давай старушка. Отскрабиться. Отскрабиться, да. Так, это все мыльца идет. Мыльца мы набрали. О, вот она классная. У них она вообще в цене. Пасту. Надо. Для нас это как бы это. Ну да. Давай вот такую возьмем пасту, без шампунь было. А вот это что? А, это жидкая. Давай хоть одну щетку ей возьмем. Хотя я не уверена, что у нее зубы есть, слышь, братва, я не уверена. Ну возьмем вот такую детскую. Да вот, нормально. Супер. Да, давай. А может ей желтенькая нужна была? Да, ей порошок надо, столько надо долго, ручная. Братва. Это все это, да? Богданович, а это, как ее, ну вот это вот чума, а потом, вот 5 человек, 7 я хочу, чтобы она угостила по пачке себе, да? Это не бери. Вот, сейчас мы возьмем. А ты снимай. Конфеты? Да, конфеты. Конфеты. Ты знаешь, что мне надо вот этим пятерым большие шоколады. Вот там на кассе потом возьмем. Есть, да? Вот, короче, смотри, вот конфеты. Пошли дальше. Ты... Литве возьму, такие она любит. Вот такие возьми. Ты знаешь, что она очень сильно любит мармелад. Вообще она прям сладкого просит, прям вот он мармелад, пожалуйста. Во, это вот самый самолет. Давай сейчас мы прям ей побольше сладкого возьмем разного. Печенье можно закинуть, ребят. Да, да, можно, можно. Так, вот смотри, что здесь у нас? Карамельки, да? Она карамельки закинула. Вот вообще мало. Есть, короче, вот такие? Возьми разные, что? Короче, давай, знаешь что, берем 10. 5 таких? Да, 5 таких. Бау, затаривается. Так, подожди, а ну все же так, по сути-то? Ну-ка, ребят, давайте думаем. Единственное, нашла у кого спросить. Бульон, да, да. Майонез мне надо еще. Там. В холодильник пошли. Сколько бульонов? Так, бульонов давай штук 10. Может разных. Быть, приправы вон там? Пошли приправы. Да. Короче, мы сладости набрали, сладость нам больше не нужна. Теперь мы знаем, что будет. Вот сейчас мы не разрешим. Thank you.
все. Какой-то нахмурый. Так, ладно. У нас раз в 3 месяца. Нет, у нас это, ну, по сути, да. Блин. Вот это вот что? Вот все, вот такое беру, больше ничего не беру, ребят. Ну все, братва, посмотрите. Затарка произведена. Пошло. Братва, прикиньте, комарик откинулась, а представьте, ну прикиньте. Короче, едет с Перми, едет, я завтра с ней столкнусь, а вы увидите комарика, представь. Ой-ой-ой, это вообще, смотри какое. А вы говорите, обязательно нужна была поездка, обязательно. Вот представь, как все. Вот так вот, мои хорошие, все, завтра встречаемся. Ну сейчас смотрите, наблюдайте за городишком, что как тут. Магнитку без меня тоже настроили. Молодцы вообще, пока меня не было. Ну, я своим тоже говорю. Говорю, представь, что настроили. Меня не было. Что они совсем, что ли, одурели туда? Даже заблудилась, да? Ну. Ну, что, братва, прикиньте. Откинулась. Комаридзе, представь, сколько она молчала, все в себе вот это хранила, держала. Завтра вы все увидите эту даму. Завтра все увидите. Кстати, что я вам хочу сказать, мои драгоценные? Вот прям слезно я даже могу вам вот так вот прям прошу у вас. Раиска моя, у нее, оказывается, она тиктокер у меня. У нее в тиктоке есть своя страничка. Ребят, я вам оставлю ссылку. Заходите, смотрите. Очень интересно. Я вот посмотрела, блин, вот так вот. Ну, кому нравится тикток, ребят, заходите, смотрите, классно. Она там приколюхи всякие выкладывает. Так что, вот так вот. Ну, ничего, сейчас будем эту, Комаридзу там что-нибудь тоже надо. Она швея-то у нас от Бога. Шить, наверное, начнет сразу, как только с поезда выйдет. Шить начнет. Едем в зону. Не так все бы это близко здесь. Это мы в Воронках ездили, знаешь, и казалось, что все быстро. Все быстро, все мгновенно. Увезли, привезли, все вот так вот. А оказывается, все далековато. Так что сейчас подъедем, посмотрите, где я 8 лет вообще, 8 лет отдала своей жизни. Так что вот такие пироги, мои хорошие. Прикинь, братва, здесь авария, сейчас я вам покажу. Вот они стоят, прикинь. Попал, то ли слетел он, то ли ничего. Даже беды не чую, вот он даже представить не мог, что вот так жизнь его оборвется. Прикинь. А все вот из-за того, что погоню любят. Но это вот Челяба, это Челяба же, да? Вот это вот Челяба, она производственная. Зона же находится, знаете, на самом таком стрёмном районе ЧМЗ. А, это мы еще в центре. А, это мы еще в центре, поняли? Ну по объездной есть. Короче, как по объездной. Да. Да. Как раз туда на ЧМЗ мы едем.
пересыкала хуяров, как говорится. Ну понятно. Вот, короче, это. Я вот из-за этого Челябу больно-то и не, ну, вот, не любитель ее. Она да, какая-то. Ну, что вы начинаете обсирать? Мы тоже так-то, ну, не в Челябе, но рядышком с ней. Ну, тоже бывает злые. Не, мы в эти, как, мы любим Коркина. Мы Коркина любим. Правильно сказала я? Ну, все. А мне не нравится Челяба, знаешь, чем? Что она, блин, раскинутая вот так вот. У нас как-то магнитка все равно компактная. Вот компактная. Хотя сейчас тоже, знаешь, расстроились, а пока меня не было. Вот, ребят, может быть, кто-то вот и когда-то был в Челябе, вот соскучился, а сейчас за границей находится. Вот вам маленько показываю городишко. Промзона. Ну, промзона. Да. Дорога Меридиан называется. Короче, ребята, мы уже совсем прям рядышком. Подъезжаем мы к Колоняшке. Тут какие-то заборы, вот я вижу, но это не Колоняшка. Девятку, помнишь это? Вот сюда поворачивай. Да, 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 да. Все, здесь я не отключаюсь, братва. Здесь я вам полностью все, показываю всю дорогу. У меня аж сердце, мои хорошие, в пятки отходит. Прикинь. Макарта. Вот ее. Иди, Дашка. А, да ты че? Ну, открой. А, да, да. Ну, открой. Прикинь, ребят, вот он дом, который я видела с промки, с зоны. Я его видела. 8 лет я мечтала на этот дом залезть и помахать. Мамочки. Я вам клянусь, прикинь. Вот эту я дорогу помню, как меня, короче, сын забирал. Вот эту я дорогу помню. Вот здесь мы ехали, да, я помню эту дорогу. Прикинь, ребят, вот этот дом, короче, вот который я вам сейчас показывала, его зоны, ты когда выходишь в локалку курить, у меня как раз там огуречка, вот мы выходим, и мы видели этот дом постоянно. Ротики. Ребят, вон она зона, прикинь. Прям рядышком. Сегодня никто не поедет, я поставлю вот эту машину. Так, ты видишь, вот эти выехали, вдруг не знал ли, что кто-то поедет. Нет, я его не знал. Да, он за кутом. Чтобы потом выехать было. Прикинь, брат, да, конечно. Прикинь, братва. А? С кем-то тоже приехали, прям там облезяли, сели. Давай. Прикинь, ребят. Вот она, Колоняга. Теперь я напротив этой Колоняги просто стою. Вот она. Это. Ты возьми сумку, там документы. Да, да, да. Я просто это, мы не оставляем просто это. Все, все, сейчас берем, сейчас подожди. Сейчас достаем, короче, братва, достаем, посмотри, багаж видели, нет? Все, сейчас все, валим туда мы. Взяли? Взяли, взяли. Там, там, клинично взяли. Никитка еще домой сидит. Да, вот там. Ты посмотри, вот этот легкий тоже букет. Сейчас, короче, будем заходить, ребят. Сейчас будем заходить. Блин, прикиньте, вот здесь вот я восьмеру просто топнула. Раиска, сколько ты здесь топнула? Подожди,
4,3, прикинь, тоже 4. Ну, Раиска ушла потом, я осталась, короче. Да? Она ушла. А, да, все. Это. Ну все, чешем мы, ребят, чешем. Так, тебе... Да, ладно, ну все, пока. А, кстати, ну вот это. Начинать писать. Готовка. Продукцию, которую я готовила 4 года, я вот ее готовила. Вот она. Вот она вся продукция, про которую вы говорили. Ой, вот дудки, да, уже. Да, ну вот я за нее говорила. Духи-то. Ну, дудки. Да. А я же с ней на день города. Она пьяная в жопу с этой. Да, я все ноги оттоптала. Короче, вот так накинула. А посмотри, а у нас здесь еще молочка, вроде как. Поняла, здесь идет, короче, вот этот вот. Творожное масло, напиши. И мед. Творожная масса. Майонезик. И сметанка. И все это... Мирона, вы сказали, туалетная бумага, она, вот видите, большой такой, так, чтобы они разделили между собой. Сюда на Миронова напишем. На Миронова, да. Иванку бумагу. Формата 4. Формата... Это все, что? Нет. Еще. Еще. Так, скраб был, порошок был, еще. До скольки тут работает? Еще. Не знаю. До скольки работаете вы? До 5 часов я работаю. До 5, да? Все. Я после 4 ухожу отсюда. После 4, ребята? Короче, разберутся в одном отряде. Есть ли строчек? Ничего у него нет. Ну, давай, пиши. По 2 экземплярах. Перекиды делаешь? Да это быстро заявление. Шапку написал. Это заявление. Да, пиши. Шапку. Нет, подачу. Так, вот и мы. Нормально.
Кабаков надо идти сюда, работать. Сколько получается? 10 фамилия ее? Че? 10 блоков, молодцы ребята. Сейчас кто-то... Кто бумага, это обязательно литовченка. А там написано, что я написал. Ага. Ромашки тоже. Ну и вот это вот мед. Ой. Вот основной майонез, это тоже литовченка. Всегда для нас такая рычага. Ой, пару много. Много. Ну, молодец. Родственница, да? Да. Хорошая. Паспорт не забудьте. Да. Ты же отдал заявление. Отдал, но. А может вы вкусите? На последнее вздыхание попрощайтесь. Все, наконец-то мы полностью все отдали. Все отдали. Все, вот она, вот посмотри, вот эту вот колоняга, ребят, смотрите. Вот она, колоняга. Даже и не верится, что вот так. Вот я когда вышла, первым делом я вот отсюда вышла и пошла вот сюда. Вот здесь вот бухгалтерия у них там. Вот сюда я зашла. Или туда я обошла что-то. Ну-ка, пошли. Не-не-не, вот сюда. Да? Вот сюда, вот. Да. А что там? А, ну это уже все здесь. Слушай, Рай. А мы сейчас уже вокруг можем объехать, вот где мы в зону, ну там вот, где мы со второго этажа-то видели. Тут мы никто не снимаем. Да, мы фоткаемся. Селфи на память? На память. Забытые времена. Извините, пожалуйста, больше не будем. Снял мы? Ну да. А? Это же как-то вокруг просто проехать. Да, там... Там забор есть. Нахуй, да. Ой, забор, говорю, дорога. Думаешь, там дорога хуйная? Я сейчас вспоминаю, подожди. Вот тут промка. Это промка, а там, получается, свои дома. Охрана получается. Да? Они здесь, смотри-ка, если сами гребут. А так-то в основном зайчики. Иванус, ну все, конечно, я ее вспомнила, Абрековна, но это вообще чудо природы, я тебе говорю. Это такая цыга, это трындец. Ну, вот так вот я ей всегда. Ну, что ты мне займешь пару пачек сигарет? Пару много. А сейчас я, ребят, туда по 10 блоков ей везут. Вот она... Ну, молодец, она всегда выручала. Вот такая цыга. Я говорю, я цыган вообще люблю по-своему. Молодцы они. Так что... Ребят, ну вот мы вокруг, короче, поехали колоняшки этой. Сейчас я постараюсь вам показать. Мы там, знаете, короче, смотрели. У нас с одного барака, со второго этажа, вот как раз в том отряде, в котором я жила, четвертый, было видно немножко зону. Вот сейчас мы попробуем проехать там. Может быть, кто-то там будет из зэчек выглядывать. Сейчас посмотрим. Видите, вот они вышки. Вот оно все. Да, да, вот оно. Слушай, а что-то мне вот это место, я знакомо. Ну, вот так ты его видела, вон он, барак. Вон они, постройки ваши. А вон барак вот тут даже. Точно, вон он, ребята. Сейчас это остановка, короче, вообще непонятно, что это. Ой, как низко здесь. Блин, ребят, вот смотри, вот этот вот желтый забор, вот он стоит, да? И вот здесь вот я никогда не забуду, вон оно, двухэтажное здание, там сейчас увидите. Короче, как мы здесь, вот этот периметр, блин, все, мы здесь эту листву, эту, ой, эту траву эту щипали.
каждое лето, каждое лето, блин. Ой, это вообще, я как за звонки, чтобы позвонить. Ребят, не просто. Вы что думаете, вам дают, ну, позвонить со своего телефона? Нет, вам просто двери открывают, где находятся таксофоны и все. За ваш счет. Вы работаете здесь? За ваш счет. Короче, вон они, бараки, ребят. Да, вон он, барак. Вот он. Ой, ребята, вот он, барак. Сейчас я вам... Прикинь, вот она, колоняга, полностью я вам прям практически ее показала. Представь. Вот он сломанный, короче, один барак сломанный. Сейчас, подожди-ка. Короче, вон, братва. Сейчас я вам покажу, подожди. Я постараюсь приблизить сейчас. Сейчас остановимся. Ага. Короче, вот он, барак, ребят, вот я на втором этаже, прикинь, я жила. Я даже могу вам сейчас рассказать, как, какая секция, что здесь есть. Давай сигналить, кто-нибудь все равно же вылезет? Может быть, ну. Сейчас мы, короче, сигналим, может, кто-то вывалится. Это вот здесь вот, наверное, да, вот здесь, Рай, надо встать вот так вот. И оно будет. А вон, видишь, мусора уже вылазят в окно. Ой, в эту. А что, выходим? Давай выйдем, что ты снимешь, да и все. Вот оно это здание. Вот это окошко открыто, но, по-моему, в чаепитке, блядь, если я не ошибаюсь. Так, сейчас я тебе скажу. Вот туда встанем, что видно будет. А чаепитка? Нет, чаепитка же на ту сторону, Рай. Нет. Четвертый отряд на ту сторону, ты чё? Ну вот, на эту сторону. На эту сторону. Туалеты, блядь, все тут. Здесь четырехместки получается, а там... Эти... А, ну да, да, четырехместки, точно, я же жила в четырехместке здесь. Да, 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 да. Прикинь, я когда-то, братва, я когда-то находилась там, вот, залазила на окно и всегда мечтала оказаться вот здесь. Прикинь, да, я сейчас оказалась. Просто я сейчас стою, у меня мурашки по телу идут, прикинь. А сейчас кто-то там смотрит. Да, и так же хочет потихоньку оказаться здесь. Прикинь, потихоньку, потихоньку. А вон нас этот милиционер выглядывает. Ну, вон милиционер сообщает смотрит уже, что у рубежа там, у седьмого. Ага. Вон школа, считай, вон где 1980. Да, да. Вот это ПТУ. А, короче, братва, огуречка, вот она стоит. Вот этот вот, видите? Амбар. Амбар вот он стоит, mm-hmm. Вот он амбар, прям за вышкой сразу. Вот он амбар, вот это вот и есть огуречка, прикиньте. Прикиньте, конечно, она же вот как раз, она мимо ПТУ проходишь, да, вот она там, огуречка. Вон, этот, как он? Где пакеты-то? Вон туда окошко. Да, 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 кто-то вылез. Это получается открыли душевой. Да, да, да. Гигиене. Ну вот я, короче, полжизни прожила, можно сказать, на втором этаже, а потом меня скинули на первый этаж. И мне ничего не видно было. Короче, я вообще, ну, шокирована была от всего от этого пейзажа. Это вот... Знаешь, все, сейчас он смотрит, и я тебе отвечаю, он этой Татьяне Ивановне звонит и говорит, они по телефону базарят с кем-то стопудово, короче. Да, сейчас там ну все, все, поехали. Все, пока, девоньки, давайте, освобождайтесь, родные все, выходите, выходите. Сейчас у них там такой шмон будет перевернуть. Ой-ой-ой-ой-ой, ну надо. Смотри, да, смотри, да, чуть-чуть. А то что, не выходной день, да? Не говори, блядь. Короче, взбодрили маленько, сейчас их там, ой-ой-ой. Ну, тем более, зато они такой... нас запомнят сейчас, братва, они запомнят нас навсегда. Тем более Татьяна Ивановна, да, на сутках, походу, она... Все. Огуречка! Вот сейчас засними ее, да и все, еще прям телефон. Огуречка! Слышно? Прикинь, они сейчас там вздрогнули, блядь. Сейчас я к ним прибегу. Мы сейчас прямо там стреляли, девочки все.
Ну все. Света приехала, на Кирилл налила, и уехала в магнитку. А тут говорят, что у кого куфсинарию. А сейчас я не отмажусь от Светик, мне тут на туре скажут, а тут на туре блажа. Тут поорать, блин. Ну, услышали стопудово, я тебе клянусь, Рай, вот услышали один. Если работают сегодня, а работают, стопудово работают. Они же вообще круглые. Тем более сегодня кто на сутках? Конечно, они работают. Они сейчас там, бедолаги, в двойную смену пашут. Там получается вот так вот, да? Да. Вот прям вокруг мы ее, считай, едем. Раюсь, ну что, короче, надо, знаешь что, надо заехать, где пивка возьмем или что? Да, посмотрим. Ну, давайте. И это, что вы хотели, что не хотели эти заказать? Поселок Октябрьский, да. Улица, ну, там 100, подъезда, дом 3. Угу. Слушай, а тебе это, да? Там пиццу можно, да, там вот, ну, есть, это лапша. Ну, он вот эти вот, чизбургеры, гамбургеры. Ладно, всякое. Помню, наверное, нету там. KFC есть у вас? А, KFC, он KFC? Ну, это, как, честно сказать, в центр надо ехать. Да, ну тогда не будем. Нет, закажем, что есть. Пиццу он тоже классно лопает. Пиццу, наггетсы. Во-во-во. Кольца там всякие. Все, нормальный. Нормальный, да. Представь, братва, вот, конечно, прикинь, братва, вот не чуть-чуть надо было вот так, представь, чтобы зарядиться. Вот сейчас я ухожу отсюда осознанно, вот я вам клянусь. Все, вот с меня груз какой-то свалился, вот упал. Все, я тёлок своих поддержала, конечно, я их не бросаю, нет. Я буду их поддерживать и дальше, но сейчас пока. Смотрят нас? Нет, смотрят. Ну все. Все, едем, маску-то можно снять уже, по сути. Я не знаю, что ты летишь, но ладно. Наверное, похоже, чтобы у тебя уши были, как у обезьянки. Да, ты куриный. Сейчас маленько вам покажу город, сейчас поснимаю. Сам самолюбованием позанимаюсь чуть-чуть, маленько, перед вами. Ну, короче, вот так, видели, как я там свистанула, все дела поделала, поорала, огурцам своим поорала там. Короче, нормально. Немножко девчонок мы там увидели. Передачу, когда передавали. Короче, ничего, никто там не суетнулся, ничего сделать не могли. А сегодня выходной, ребят. Выходной, и там бесполезно что-то делать. Начальства нету, короче. Ладно, давайте на город. Снимай. Встреча, я там молчал. Трое бандуристов. Да. А я еще вчера радио забываю. Ты не знаешь, что вчера? Да. Где мы? А он говорит, что она здесь живет. Ничего себе. Вот это да. Короче. Где Давид только? А? Ой, это что за подушки? Это твои, что ли, подушки? А ты что-то, ты шьешь? Ой. Знаете, что ли, говорила, что тебе надо нашить? Да? Знаете, говорила, что тебе надо нашить? Это я сейчас только с работы приняла. Это у тебя двушка, да? Вот. Ну, сюда. Я набиваю только синтепон. Ну-ка, да. Так, родные мои, сейчас я заехала еще к своей близкой, к одной. Мы в свое время когда-то... Вместе вот так вот дружили. Вот они, мы все три. Я вам про нас рассказывала. Мы все три. Вот они, мы сейчас собрались, только уже на свободе. Так что вот походили, посмотрели, как Оля живет. Так, пошла руки мыть. Ребят, ну вот она. Вот она. Вот когда-то вот мы были втроем. Сейчас он, Раиса, стоит там. Сейчас мы подойдем. Вот когда-то я вам рассказывала историю. Когда нас троих там заставили копать, блядь, а там было 300 напряжения, блядь, 350 или сколько вольт? Да, 350 вольт. 350 вольт. А нас заставили копать, нахуй, вот именно на этом месте. Нас не любили в зоне. Оля, мне посмотрите, подарок какой-то. Нас, короче, просто не любили в зоне. Вон пошли, третья, а вон она наша стоит. Раиса, айда присоединись к нам. На миг. На миг присоединись.
знаете, зона вот даже сейчас, она может вздрогнуть, вот если она узнает, что Устинова, Тумкина и Сатарова вместе. Вот я и говорю, мы что вот не пошли, на Ольге надо было с нами присутствовать, чтобы она передачу, там они вздрогнули бы все. Вот я вам говорю, вот они, мы были втроем. А сейчас у нас много, конечно, это и собачки Жора. Есть, да. Это наш Жора. Любимый. Это Жора наш. Жора, пусть он тоже поприсутствует. Да. Да. Так что вот так вот, мои хорошие. Вот они. Да. Вот я вам говорила, как все-таки не все зечки, как вы думаете, без зубов и тому подобное, все такие красотки, да. Зечки все красотки. Я общалась с теми людьми, которые всегда стоят на ногах, всегда, которые умнички, которые умеют кружиться и жить. А фуфлятина, они колятся все эти, чумовки ебаные, они до сих пор, он где-то хуй знает. Так что.